Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Георгий Перельман, директор департамента розничной торговли компании «Колесо». Шины и диски продаем, предоставляем услуги, соответственно. Заботимся о безопасности наших автомобилистов на дорогах. И недаром вы находитесь на выставке ритейла, потому что здесь это та индустрия, где огромное количество машин, техники, которая, конечно, требуется ваша работа. Ну, конечно. Зимнюю и летнюю резину сама себя не поменяет. Это правда. Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях, как вам выставка, насколько интересные участники для вас, для вашей работы здесь присутствуют? Интересно, широкая деловая программа, есть темы по, ну, по интересам, в общем-то, и участники, ну да, то есть нетворкинг вживую, мы уже соскучились о том, чтобы собираться и общаться вот так вот, держа друг друга за руку или обнимая друг друга, да. Хочется немножко еще о вашей компании. Расскажите о наименованиях, о линейках. Много ли дисков, много ли шин, на любой ли кошелек и размер? Чем можете порадовать своих клиентов? У нас широкая сеть по всей России. Много шин и много дисков. Ну, то есть мы представляем почти все бренды, которые на слуху, там, кроме каких-то неизвестных, наверное, да, которые уже не такие существенные. А, собственно, наша цель – это безопасность клиентов на дорогах, делать так, чтобы, ну, ничего не спускало, не откручивалось, и клиенты, в общем, безопасно тормозили, да. А, собственно, ради этого мы и работаем, ради того, чтобы клиенты были счастливы, довольны и не думали о том, что у них там под автомобилем, да, творится. При этом, ну, основную ценность, которую мы видим, это довольные клиенты. Да, и, в общем-то, вот последний год, наверное, и ковидный год тоже мы заботились именно об этом и обращали основной фокус внимания именно на то, чтобы сделать так, чтобы клиент уезжал от нас довольным, чтобы не было никаких сложностей и проблем. Ведь не секрет, что, ну, про шиномонтажи и шиномонтажки, ну, не сказать, что люди вот прям счастливы, чтобы ехать там, да. Мы даже в какой-то момент сравнили нашу работу со стоматологией. Ну, потому что ты это все ненавидишь, но деться ты никуда не можешь, потому что у тебя болит. Да? То же самое и здесь. Люди вынуждены ездить, и при этом, ну, наша задача – причинять как можно меньшую боль, да, и делать так, чтобы клиенты к нам приезжали, понимая, что мы, ну, для них все-таки безопасны, и что, ковыряясь у них в автомобиле, мы ничего плохого для них не сделаем. И это приносит свои плоды, клиенты счастливы, мы тоже. Ну, и соотношение недовольных отзывов к довольным у нас понижается. Ну, соответственно, количество довольных повышается, да, количество недовольных понижается. Да. Это тот именно случай, когда в какой-то момент ты начинаешь комфорт и безопасность ценить гораздо больше денег, и ты понимаешь, что лучше уйти к профессионалам, у которых хорошая продукция, качественная, которая прослужит много лет, гораздо лучше. Меня поймет любой человек, который когда-либо покупал некачественный диск, который ходил всего один сезон, или некачественную шину, которую потом можно было балансировать огромным количеством грузиков, и это не происходило все равно. Поэтому спасибо вам за вашу работу, и надеюсь, что наша выставка подарит вам много интересных новых контактов. Да, наша цель – довольный клиент, который ездит по дорогам в безопасности. Спасибо вам. Спасибо вам огромное.